Сегодня повезло очень, либо реально самый недооцененный серф-спот на Бали. Вот это да, я удивлен. Песочек, кстати, вот этот вулканический черный. И я приехал сюда в кедах. Офигеть. Вот вам прелести жизни Керамосе. Я только не понимаю, а где хоть один серфер? Неужели, блин, я в шоке. Может переехать сюда на месяцок? Здесь так тихо и спокойно, просто вот как будто заброшенный остров какой-то. И такой океан интересный. Это получается, если Букит — это юг, это получается восточная часть острова. Мое почтение. Интересно, конечно. И там вдалеке, кстати, вау! Я знаю, что это. Это либо Нуса Пенида, либо Гили Траванган. Офигеть. Это какая-то особенная магия этого места, потому что вода, она какая-то голубо-синяя, точнее, я бы сказал, больше синяя, чем голубая, из-за этого черного песка. Вот это потрясение, конечно, да. Ну что, дрон-то будем спускать? Готов к полету. Попробую режим Active Track. Это когда ты идешь, а дрон летит за тобой. Красиво тут, конечно, да. Просто невероятно красиво. Блин, у меня реально идея пожить здесь месяцок. Тут очень атмосферно. Как вам мой прикид этого пилота дрона? Когда такое палящее солнце, нет ничего лучше, чем рубашка, штаны, кеды, носки и панама. И это все в плюс 30. Быстро, гол. Вот так уже поинтереснее. Главное, чтобы он не влетел в пальмы. Хотя вряд ли. Наверное, это выглядит крипово. Просто идет человек с пультом, разговаривает с ним, и вокруг него летает дрон. Человек сам с собой разговаривает, и вокруг него летает дрон. Это просто великолепно. Это просто гениально. Собачки заинтересовались дроном. Эй, песики, а ты чё, пес белый? Им реально очень интересно следить за дроном. Они думают, чё я за летающий шмель.
размером с птеродактиля. Так, ну, наверное, у вас уже голова закружилась от этих кружев. Собачка решила за мной пойти. Тоже хочешь поснимать, а, пес? Эй! Блин, а что у тебя язык-то в песке, товарищ? Так, не деритесь, не деритесь, не деритесь. Все, пойдем отсюда. Да что, что гавка? Тебе не нравится дрон? Походу, тебе не нравится дрон, да? Летающее, летающее чудовище. Вы посмотрите на этого пса. Отдыхает и воду пьет. Эх, опять драться. Ну что вы за такие хулиганы, а? Зачем вы деретесь? Вас вообще-то камера снимает. Не. Вроде сидели, чилили. Или вы так играете? Блин, я бы на самом деле сейчас бы тоже воды попил. What? Sorry? Can I do a backflip? Backflip? Yeah. Oh no, I can't. I just learning to fly. Can it go backwards? Sorry, I don't understand. Can it go backwards? How do you say backwards? No, what is it backwards? How do you say backwards? Sorry, I really don't understand. Пойдемте. Блин, либо у меня английский не очень. Либо мальчик как-то еще не научился говорить мне, да. Do you can backwards? Я не знаю. Я только знаю backwards, что такое. Или backflip, что он там говорил. Он, короче, sorry. My English is great Britain, что там, is the capital of London. London, capital Britain. Четыре вот этих слова. Что дальше? Это, конечно, я тут говорю, что-то себе снимаю. А какой в этом толк? Давайте лучше полетим куда-нибудь. We'll be right back.
Короче, вот таким вот оказался Керамас Бич. Я впечатлен, мне очень понравилось. Мне понравился этот черный песок, мне понравился этот океан. Очень странно, что здесь не было ни одного серфера. Вот. Полетал без происшествий, полетал красиво, полетал, поснимал даже агунг. Можете оценить, какое качество на линзу X3. С такого расстояния, я думаю, до агунга километров 50 еще. Вот его можно было увидеть. На этом, наверное, все. Здесь получается такой закат. Но я думаю, ехать уже домой. Очень важная информация. Я знаю, вам всем очень интересно. Да, я сейчас приеду домой, покушаю, попью водички и буду монтировать видосик. Ну что, все? Песочек просто кайф. Просто он черный. Черный вулканический песок. Офигеть. Других слов у меня нету. Блин, очень хочется прям сейчас в океан зайти, но у меня ничего с собой нету. Жалко, жалко. Странно, что никого нету вообще, в смысле никто не катается. Волны неплохие, я считаю. Приходят и приходят. Может, здесь какая-то особенная зона, что здесь нельзя даже серфить. Не знаю, может, здесь какие-то камни торчащие. Рифы или еще что-нибудь, хотя вроде песок обычный, но не знаю. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, вам было интересно, и пока!